Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» передали настольные игры в школу для обучающихся с ограниченными возможностями «Надежда». Мероприятие прошло в рамках акции «Подарок детям» и партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». За период проведения акции «Подарок детям», которая была организована Общественной палатой Подмосковья и Комитетом по науке, культуре, образованию, туризму, спорту, молодежной политике Мособлдумы, суммарно было передано более 300 развивающих наборов для детей с инвалидностью, УВЗ, задержкой речевого и физического развития.